Дорогие братья и сестры, мы с вами находимся, наверное, на единственном кладбище, которое обозначено в России как место захоронения воинов Первой мировой войны. Ты не знаешь? Вот так случилось. Которые здесь погребены, а здесь более 2000 человек офицеров, только в последнее время удостоились внимания, памяти того государства, тех людей, которых они защищали, за которых отдали свою жизнь. Закончилась война. Сегодняшним днем. И если мы вернемся к тем далеким дням ликования, то мы увидим, что тысячи и тысячи русских офицеров не вернулись в свои дома. Сотни братских могил разбросаны по русской земле. Только здесь, в царском селе, удалось сохранить место для поклонения тем людям, которые сохранили честь, совесть, православие, верность присяге и которые являются для нас образ подражания и достойный пример служения своему Отечеству. Большое спасибо всем, кто сегодня прибыл сюда, в Царское село, руководству администрации Санкт-Петербурга. 20 лет православные люди приходят на это место. И 20 лет на этом месте продолжалась борьба. Борьба за каждую могилку. Конечно, сегодня не хотелось бы говорить о чем-то негативном. Но история есть история. И вот это место некогда было местом, где выращивали овощи. Здесь были огороды. И совсем недавно доброй воли администрации Санкт-Петербурга заставили местных органов здесь восстановить место для поклонения, место для молитвы, место для воссоздания чести и достоинства наших русских офицеров. Мы находимся на офицерском кладбище. Именно сюда привозили офицеров, которые умирали в госпиталях царского села, которые привозили с фронта. Именно здесь им отдавалось и царское, и церковное попечение для того, чтобы никогда народ не забывал. Не забывал своих спасителей, не забывал своих освободителей. И вот сегодняшний день он свидетельствует, что действительно мы не забыли. Хотя прошло много десятилетий, но в этот день здесь народ, в этот день здесь молитва, в этот день здесь люди думают о тех, кто лежит в этой земле Санкт-Петербурга, царского села.
водворятся. Куда же едешь-то прямо? Ну что ты написал, не разговаривай, что тебе мама говорит. Положивших всех на месте семь погребенных, я еже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Якого Господь Бог учинит души их, и где же праведни упокаяются. Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов их,
у Христа бессмертного царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Яко ты си воскресенье, живот и покой усопших раб твоих, всех с деменинами поминаемых от века усопших православных христиан, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем, и с пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Я хочу прийти в землю, ты лежи, а может еще и...